Всем привет, дорогие зрители и подписчики нашего канала, с вами снова Артур. Привет. И Джек Шепард. И мы продолжаем проходить Halo ODST. Зондер команда, да. Все как всегда. Обычно и в последней серии мы... Ну, у нас было две упоротых серии, теперь мы возвращаемся к немножко более сюжетному прохождению. Блин, какая в игре офигенная музыка. Я балдею каждый раз. Короче говоря, сейчас у нас осталось единственное задание в Open World, где нам нужно двигаться к подземке, где будет что-то новое, судя по всему. Не знаю, посмотрим. Мы там еще не были. Там мы еще не были, Джек Шепард, ты ведешь. Враги! Извини, я выстрелил тебе в спину. Враги. Я забыл, что здесь Джек Шепард, говорят, включен. Friendly Fire включен. По-любому. Джек Шепард, аккуратно. Что-то я разучился играть за это время. Я вообще ничего не помню. Я уже три раза тебе в спину выстрелил. Мне больно. Подожди, я эту штуку выкину нафиг, а то я точно пришибу либо тебя, либо себе глаз выбью. Так, вот такая лучше будет. Вот, здесь снайпер. Здесь, пожалуйста, мандзел. Ну, тогда я снайперку возьму. Там 6 выстрелов, по-моему. Ну, мне хватит. Так, ну что? Там внизу, по-моему, кто-то есть, потому что когда мы начинали, сюда немножко десант был. Ну вот они, я так понимаю, на нас напали только что. Может быть, они как раз сюда и пришли. Так, ну и вот вход под земку. Ой, я тут маленько повредился. Блин, какой прикольный прицел у этой снайперской винтовки, такой все отображает. Ага. В инфрареде. Так, хорошо. Мы были там, и вот мы здесь. Здесь и. А вот. Вот. Офигеть. Далековато падать. Джеронимо. Не надо, Джек Шепард. Ладно, хорошо. Он и сам. Да, так руками, конечно, долго не поедет. Хорошо, что он в перчатках, да? Ага. Ну, это спецназ, по сути, так что все нормально. Да. А я где? Вот как бы там, вот в этом всем. Ты мой воображаемый друг. Я думал, карманный, как обычно. Ну, как всегда. Вот эта справа иконка, кстати говоря, это искусственный интеллект. И он отображает свои эмоции время от времени, там, то глаз прищурит, то еще что. Короче, он помогает нам, открывает двери, ведет за нами наблюдение, и вообще неплохой такой парень. Хорошо. Что-то типа картаны, только потупее, потому что картаны это... Они меня прижали, у меня патроны качаются. Если ты это слышишь, я на нижнем уровне 9, около станции. И вот мы здесь. Хорошо, это похоже наша капитанша. И нам, кстати, дали крайне неплохое оружие. Так, это что вообще? Это. А, ну это подземка. Где шли бои? Кто это такой лежит? А, это Грант. Так, тут есть дробовик. Нет, я вот эту пушку больше всего обожаю в этой игре. То есть пистолет с глушаком, а вот эта пушка пистолет пулемет. Ох, там что-то ногу прижало. Ладно, туда мы не пойдем. Так, а там нас уже ждут. Здесь бы хоть какой-то стелс-элемент, типа того, что в Риче. Там можно было костюм хамелеона надевать время от времени. Ага. И таким образом прятаться, как хищник. Здесь была оборона, и народ, судя по всему, все, приехал. Не знаю, как вообще туннель можно не сдержать, если их тупо мясом только завалили. Там кто-то есть противник. Слышу, ну, грантов. Да, чисто количеством. Угу. Хотя, может, хантеров этих двоих пригнали, они тут все раскидали к чертовой матери. Они, походу, с моей стороны вправо по туннелю. Окей. Или нет, или вниз туда. Так, нет, они снизу. Вижу, вижу. Здесь все спокойно. Че, снимаем? Да-да, особо не этот... шума не боимся. Ну, как я помог промазать, ну? Да нормально. Свидание. Ох, сколько их там. Ловите гранаты. Все чисто. Благодатно. Хотя гранат надо беречь, по сути. Ну, ну ладно. Здесь уже такие технические помещения. Это цитадель напоминает. Ага. Команда Шепард, вам это что-то говорит? Подожди, а это что? Так, у нас, кстати говоря, есть карта местности, и мы идем правильной дороге. Окей. Прикольно, кто-то
Это слово. Так, слева враг. Слева. Минус. Опоздал. Хорошо, нормалек. Иголки эти ненавижу, они, блин, ну, с другой стороны, крутое оружие. Но. Но больно уж такие торчат тебе и взрываются. Это, по-моему, подло. Зато выглядит классно. Просто в мультиплеере бывает, тебя насажают этих иголок штук 50, и ты понимаешь, там секунды две живешь, такой, что тихо, она уже. Ты такой, ааа, бегаешь. Так, тихо, враг. Бум, хедшот. Вот вдвоем, конечно, все проходить. Очень круто. Так, ну что, ребзя? Кто ничего нарисуется? Патроны подходят к логическому завершению. У-у-у. Это что такое вообще? Это помещение. Наверх какая-то. Типа коллектор какой-то, что ли? Что ли? Что? Да нет, тут, похоже, вентиляция просто идет, что ли? Да что-то узнает. Ты за мной? Да. Хорошо. Потому что здесь ребята. Вошло. Угу. Готово. Так, мне бы сменить пушку. Ох там, мы, говорит, их поймали в ловушку. Ага. Мы в ловушке, что будем делать? Убивать? Да. Хорош. Нормально так в ловушке. Подожди, это что такое? Тебе аптечка нужна, нет? Нет. Окей. Это какого черта это там? Так, я пожал поменяю. Я пока чуть вперед выдвинусь. Да нет, за тобой прям. Я так смотрю, они большинство выходов заблокировали просто. Да нормально. Там, по-моему, наши ребята были. Они их сначала убили, а потом мы их убили. Все, окей. О, ты смотри. Спасибо, они почти, говорит, меня накрыли. Мы пытались спуститься вниз на нижний уровень, найти свою команду, но они тут все позакрывали. О, искусственный интеллект нам помогает. У вас, говорит, есть магический, ну, типа, подход. Хорошо. Ого. Ух ты. А, ненавижу эти. Ой, жуканы. На вашу ипона мать. What's wrong with you, Virgil? You trying to get me killed? Warning. Hitchhikers may be escaped convicts. Что с тобой, говорит, Вирджил? Ты меня убить пытаешься, Вирджил, это искусственный интеллект сам. Ага. Смотри, что он делает. Оно мертво. Успокойся, братик. Нормально. Ну чё, за мной? Куда дальше? Ну да, за мной. Мои ноги. Нормально, не убился Джек Шепард. Да нет, вроде. Вот тут аптечки есть еще. Я маленько повредился там, поэтому возьму. Так, хорошо. Куда нам? Так, ну нам сюда, видимо. Да-да-да. 8G. Вот, темновато. Ну, по ним еще ты попадешь. Нормально, у меня самонаводящиеся. Это все, говорит, мои ребята. Всех перестреляли. Брут. Ага. Там их еще полно, Джек Шепард, отступай. Отхожу. А, блин, свали ты меня вот сейчас сюда. Готов. А, это не ты. Еще двое. Пошло. Хорошо. Нормально. Неплохо было. Так, у меня местный аналог дробовика, что ли? Маулер. Я не помню, что это такое. У меня все по-простому. Мне бы аптечку. Вы, говорит, справились. Сейчас найдем Джек Шепард, сейчас все будет. Но мы уже приближаемся к своей команде, так или иначе. Опаньки, идем. Ага. Где эта тварь? Вон она наверху. Все, окей, на.
Так, здесь пушки какие-то, что ли? О, нет. Аптечка, походу. Так, хорошо. За парнем нашим. Давай за тобой. Это, походу, еще один подъем. Сейчас еще ниже. Да так посмотри на него. Да блин, добей его. Отдохни. Давай на двоих его. Сзади, сзади, сзади. Гранаты есть? Нет. Все мелочи с пулем. Хорош. Добивай. Взломали. Вообще шикарно. И чё, по здоровью нормально? Ну да. Вот это я называю тактику. Ну тут по большей части мясо, конечно, было, ну ладно. Пил. О, бегут. Бегут, Джек Шепард. Готово. Так, я у них пушку конфисковал. Великолепно, идем. На всякий. Чтобы нас не взорвали потом. Аптечка справа, если нужно. О, хорошо. Вон там еще товарищ. Так, и брут, если есть чем добить. Накормил. Отлично, да, я такой же. А, ну ладно, все. Хорошо. Я патрончиков набрал. Угу. Так, у меня 6 патронов. Зато есть гранаты. О, сколько их там. Да. Не стоит, да, ребята. Получай. По-моему, они такого точно не ожидали. Но так и работает от 10. Пацаны. Вы, говорит, еще ниже пойдете. Мне бы, говорит, пригодилось, конечно, прикрытие. Но теперь ты остаешься, братан, один. Так, приготовь, сейчас опять, наверное, эти жуканы полетят. Ага. Мне нажать надо. Ну, как-то довольно спокойно, кстати. Ладно, давай. Давай. Окей. Жуки! Пока не влетели сюда, всех перестрелять. О, пацаны там наверху убили. Извини, твою мать. Помочь ничем не можем. Печально. Там бруты. Или слышу. Ага. Ребята нам засаду устроили. Ага. Так, мне неплохо так покосили. Ходи. Есть что-нибудь дальнобойное? Есть. Так, справа один, слева два. Так, он выходит, по-моему. Щита не кинули. Нормальный щит. Неплохо заломали. Там еще идут. Их довольно много. Да дохни ты уже, ну. Так, мне нужен передых чуть-чуть. Давай. Ой-ой-ой. Ох ты, кто пришел. Помогай, Джек Шепард. Хорош. Это было опасно. Хорошо, что он хоть не с молотом был. Ну-ну-ну. Это было бы дико весело. Но очень коротко. Смотри, здесь все замерзло. Ага, есть такое дело. Так, подожди. Один момент. Так, все.
Ты турель взял? Ты у него ее взял, да? Да. А что такое замороженное, смотри? Реально. Знаю. Ну, нам вниз или сюда? Нам вообще сюда. Вирджил говорит, там что-то шевелится, ты не можешь открыть эту дверь. Похоже, там эта девушка, которая, про которую рассказывается в графической новелле, которую мы время от времени открываем. Ага. Ну ладно. Бак, не знаю, слышишь ли меня, нет, но... Мне жаль. Должна была сказать и раньше об этой миссии. Обо всем. Но она, похоже, понимает, что уже погибает. Судя по всему, у нее выхода там особого нет. Мы ее сейчас спасем, наверное. Да посмотри, как она тут отбивалась, да? А мне кажется, это Бак к ней прорывался, потому что помнишь, в последней миссии мы пошли на рывок на ее спасение. На суицидальную миссию. Не знаю, короче, история пока об этом умалчивает. А вон они. Они уже стреляют с кем-то. Давай поможем нашим, вероятно. Давай помогать. Добро пожаловать. Доступ получен. Хорошо. Так, ну и чё, с кем вы воевали? Вроде как побежали, походу. Давай. Ну-ка, кто там? Постучать в дверь. It's you. И ты? I thought... Я думала, ада, неважно. Как тебя там зовут? Inside, now. Внутрь, быстро. Да вроде спокойно. This way and stay quiet. Сюда и потише. Some idiots blew the Некоторые идиоты взорвали the здание на вершине шахты. Разбудили весь улей. Down there? Там внизу. That's the superintendent. Это суперинтендант, искусственный интеллект, который управляет всей системой в городе. Our mission. Моя миссия, наша миссия, сохранить его данные. Problem is, проблема. There's only one way in from here. Единственный right выход отсюда прямо через улей. It would have been suicide to go alone. And одному идти самоубийство. Я надеялась на подкрепление. Я думаю, ты оно и есть. You've been solo since we dropped. Ты был в одиночку с тех пор, как мы упали. Дрался на поверхности. Если ты не тратил всю ночь на то, что прятался в своей... Как это Джек-Шапш называется? Ну, короче, в своей капсуле. То ты, говорит, знаешь, что такое постоять за себя. Давай, покажи мне. Короче, девушка боевая. Ее озвучивала та блондинка из Battlestar Galactica. Кстати, она сейчас в новом Риддике будет еще играть. Нет, не та блондинка, а которая была этим Ксайлоном. А, которая с доктором-то еще была, да? Да-да-да. Понял. Такая эффектная дама. Тата, как ее там звали? Килла, что ли? Ас, да? Такая или Тата? Да-да-да-да. Более он офигенный сериал, аж посмотреть захотелось. Ну такой тягомотный, это пипец. Ну он тягомотный, да, но... Он того стоит. Ладно, давай убьем пару ковенантов. Давай. Ну я тебя опять попал. Да я вот просто на рожон лезу. Ничего, то же самое. Хорошо вошло. Блин. Сзади птичка. Да блин, я из этой птички сбиваюсь. Да ты сдохнешь уже, нет? Где там эта птичка? Убил. Я у меня со спины там покусала, пока я с этим отстреливался. Ну, а я по ним попасть никак не мог. Так, сейчас я вам нидер добавлю. Ох ты, неплохо так вошло. До свидания. Ох, не успел. Да. Долбаные ящеры. Че там, Джек Шепард? Там все плохо, у меня жизни, потому что не очень.
Мне нужна аптечка. В принципе, терпимо. А, ну ладно. Давай, говорит, нам ниже нужно идти. Нужно прыгать. Прыгать. Я не люблю прыгать. Ты погодь. Это ты любишь прыгать. Куда там прыгать? Да, давай ты первый. Так, сейчас я у нее пистолет отберу. Давай. Я люблю пистолеты. Офигеть. Ох, нехорошо. Очень плохо. Так, ну и что, мы выходим в улей. В улей жуканов, а это... Это реально не круто. Твою мать, твою мать. Ну, в принципе, хорошо. Он там спрятался, по-моему, нет? Ага. Или он ушел куда-то? Сейчас своим скажет. Отступил, ну. А, он ко мне подступил. Давай, давай, добивай. Она в меня воткнулась. Он меня схватил. Да, скотина. Это была месть. Это была твоя граната в лицо. Ну, как бы, да. Ты посмотри, какой зал огромный. Да, пространства хватает. Становится теплее. Должно быть, мы так, прямо... Так, винтовочка есть, тебе не нужна? У меня все устраивает. Сзади нас. Окей. Я так понимаю, просто с крыши будет стрелять по нам. А у меня оба оружия, они... с приближением. Бойцы, говорит, сюда. Ну. I found an elevator. Come to me. Так, ты тут? Давай. Встал. Elevator up. Это, ребята, меня забыли. Не люблю такие длинные коридоры. Ну, мы по нему особо и не побежали, как бы выясняется. Let's stick together. Move fast and quiet. Двигаемся быстро и тихо. Я вижу улей. Он Damn, под нами или над come. Нами? Над нами. Вот это вот сюда. Слушай, я даже попал. Даже в троих. Нормально, нормально. О, там их летит. Ай. Да, с пистолета по ним падать будет не очень весело. Ничего, положили. Ну, справились. Еще летят, я слышу. Ох, их сколько там летит. И с той стороны летит. И сзади, и спереди. Ты передних убивай, я задних. Окей. Прям над нами был. Да, все, кончился. Пойдем уже к Шепард. Их тут много. Всех все равно не перебьем. Да, просто валим. А там что такое внизу? Там вроде бы лесенка была. Нужно, говорит, топить вперед. Хорошо, мы почти там. Но их набегает просто. Они набегают. Чёртова саранча. Знаешь, мне кажется, почему набегает? Потому что мы не приседаем, как она. Ну-ка, попробуй вместе с ней присесть. Да нет, они уже нас видят. Она сидит просто потому, что устала, видимо. Потому что эффект от этого вообще ноль. А, плохое место. Так, здоровья мало. Мало, мало. Да, прикрыл маленько. Патроны, где же вы? Ай, хорошо так влупило меня. Так, я за вами пошел. Прикрывай меня, Джек Шепард. У меня оружие еще такое полуснайперское. Все, мы скрылись в туннеле. Ага, меня маленько перекинул к тебе даже. Так, тут аптечка есть. Да вот здесь аптечка. Ах. Фу, было опасно. Ага. Подожди, это получается... А, нет. Это, говорит, самое тяжелое сейчас будет. Ты готов? О, я готов. А ты готов, Джек Шепард?
Тоже готов. У меня патронов нет. А так я готов. Фантом! Фантом. Won't be long before they smash through that door. Let's take them out now. О, там бруты. Они дверь ломают и, похоже, хотят получить доступ к этим данным. Ну, сейчас мы им... Давай, лупи их, лупи. Сейчас мы им все сломаем сами. Ой, там с молотком один придурок. Ох, я полетел. Ничего, ты улетел. Я даже понять ничего не успел. У него бессмертие временное, бесполезно стрелять, Джек Шепард. Переждем. Теперь лупим. Понравилось ему, мне кажется. Да, говорит, воевать ты умеешь. Конечно. Мы же спецназ. Спецназ. Доступ получен. Открывай. Вергилий. Потихоньку, говорит, проверяйте уголки. Если что, я с молотом. Угу. Иди вперед. Короче, вся миссия была ради того, чтобы спасти данные этого города. Его искусственный интеллект, оказывается. Аварийное выключение. Критическая ошибка. Чё это такое? Не стреляй. Или я твой воображаемый друг. Я так и знал, а ты одна из этих штук. Мы их видели, но не так близко. Что мы можем сказать? Они пленники или рабы. Как бы там, они не любят ковенантов, так же, как и мы. Я заметил этого в туннеле. Посмотрела, пока я, короче, по системе наблюдения следил за ним. Сюда оно и пришло. Офигеть. Они называют их инженерами. Типа суперкомпьютеров. Если она права, то он всю дату суперинтенданта взял в себя, впитал. Все, что мы знаем о ковенантах, что они ищут в городе, все в этой главе. То есть это что-то биологического компьютера? Да, типа био-суперкомпьютер. Опа-па, это их аналог ODST прилетел. Похоже, они тревогу подняли. Бак! Бак. Это не требовало перевода. Вероника, где ты? В дата-центре, но мы выбираемся. Мы? Нет времени объяснять. Не стреляй ни во что розовое, повторяю. Ни во что. Да как скажешь, просто давай выбираться отсюда. Эти бруты здесь ради инженера. Они убьют его, если у них будет возможность. Ты. Держись позади меня. Понял? Короче, защищаем инженера. Это будет нелегко. У него есть щиты, но долго они не продержатся. Хорошо, чистим. Он щиты наши, видишь, маленько усиливает, ага. Мы светимся. Так, а теперь это будет мясо, они летят, я их слышу. До свидания. Слушай, я покатил один слева, я его беру. Ох ты, меня не прибей только. Аккуратно, аккуратно. Там еще улетят. Мелочи сколько поганый. Ох, молодца, Джек Шепард. Ну ты просто рвешь. Я врываюсь. Иди сюда. Ломай, ломай. Так, мы пришли. Вероника, сюда, говорит, быстрее. This is our exit, rookie. Head through the door. Это наш выход. Двигайся в дверь.
О, сейчас подожди, я у него отберу пушку. Хотя ладно, моя лучше. Руки, I could use a hand over here. Come on. Руки, мне, говорит, помощь понадобится. Ой, это что такое? About this asset. Feel free to fill me in whenever. Насчет, говорит, этой штуки, ты можешь уже объяснять. Не сейчас, Бак. Так, аптечка нужна? Тебя вроде коцали неплохо. Ну, нет. Я подсчитал. Окей. Так, а ты тут, значит, да? Куда ты успел подеваться, я тебя потерял? А, вот, нам туда идти. Все. Я просто подумал, все там стоят, а я сюда пошел. В виде паровоза. Ну его нафиг. Не хочу. Чекпоинт. Так, куда нам? Двери закрыты. Черт. Не волнуйся. У нас есть ключ. Он сейчас ее откроет? Ну, он с механикой и с электроникой похоже на вы, да? На ты, верни. Я хочу на это посмотреть. I've seen hundreds of these things today. Я видел сотни этих штук. Почему это такой важный? Этот инженер знает, зачем тут ковенанты. То, что он знает, может помочь нам выиграть войну. О, такой. Ты их не убивал же, верно? Нет. Ну, может, одного или парочку. Хорошая работа. Откуда я знал? Ну, это просто великолепно. Персонажи выпуклые все. Впуклых нет. Наверху потолок. Вижу. Я выучил новый прием. Прыгать и бить. Ну, молот он, по-моему, недолговечный. Или он у тебя подпитывается? Ну, 4 выстрела осталось. Как выстрел удара. О, у меня тут проблема. Патронов там больше нет. Так, к лифту. Пойдем, Вирджил. Фух, опасненько. Ну, мы справились? Нормально. Вот это с молотом вообще отжигал просто. Странно, это вообще было прикольно. Я просто смотрю, там стена, за стену трупы летят такие, по 5, по 6 штук. Надо будет глянуть потом. Так, ну хорошо, как мы убираться? На поверхность-то мы, похоже, сейчас выберемся. Я думаю, нам и корабль какой-нибудь. Ну, я думаю, корабль-то нас ждет, там Микки, Датч, все дела. О, ну и воняет эта штука. Напоминает мне мои... Это за что? За то, что бросил миссию. Какую миссию? Ты нас просто выкинула, мой отряд раскидала. Ой. Ой, такой. А это? За то, что вернулся. Два одиноких одиночества стоял. Ты хорошо справился, руки. Без сомнений. Но мы пока не выбрались. Captain, how about you hang back? Let us clear a path. Agreed. I'll stay with the asset. Give it close cover. Так, хорошо, она будет прикрывать, а мы, похоже, пойдем вперед. Так, вообще, предлагаю на этом завершить эту серию. Да, давай. Следующая, скорее всего, будет последней. Ну, так, по ощущениям, потому что мы будем убираться из города, и там все уже... По сути, все, что могло в городе, произошло. Крутая, блин, игра, очень нравится. Ну, как-то, короче, ну, любители, как и все игры серии Halo, но, блин, очень-очень крутая. Мне дико доставляет. Ага. Надеемся, понравилось и вам. Увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и Артур Блэк. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.